Третье развлекательное. Я говорила, теперь давайте поговорим вместе. Мы начнем с очень простого клинического случая. Он действительно простой. Почему я его включила? Ну, во-первых, так размяться, отдохнуть. А во-вторых, для того, чтобы он очень наглядно показывает, что не все является тем, чем кажется. Вот поговорим про собаку Федю. Федя выглядел, когда пришел на прием, выглядел не столь благополучно, как на этой фото. Когда он вошел, я подумала, что ему лет 12, может быть, больше, а ему было полтора, ему не было полутора лет. Почему так подумалось? Во-первых, потому что у него была значительная потеря массы тела в течение последнего месяца. Он лечился в другой клинике. И у него был нерегулярный стул, диарея различной консистенции, то нормальный, то разжиженный, чаще разжиженный, чем нормальный. Последний раз они к своему врачу обращались 3 недели назад. На самом деле у них Федя собрал все несчастья, которые могут на стафарширского, на американского стафаршира свалиться до года возраста. У него была какая-то ортопедическая проблема, по поводу которой он оперировался, сейчас уже не вспомню какая. Больше полугода, здесь должен стоять восклицательный знак, больше полугода они лечат в другой клинике демодекоз. 3 недели назад они сменили дерматолога и, соответственно, сменили лечение демодекоза. Это было давно, это было в эру, до бравектовую эру. Бравекта еще не было. Лечили тогда его ивермектином внутрь. Ну и сейчас еще лечат, просто сейчас есть очень хорошая, комфортная альтернатива, безопасная, очень эффективная. Но тогда это был ивермектин, он был назначен внутрь, это было первое лечение адекватное, которое Федя получил, значит, по поводу своего генерализованного ювенильного демодекоза. Обращались они к своему врачу 3 недели назад, потому что приблизительно одновременно с этим, хотя нет, незадолго до смены препарата, он начал терять в весе, у него начался вот такой вот стул, рвота и потеря массы тела. Врач посоветовал смену рациона, он питался каким-то хорошим кормом, ему посоветовали сменить корм на натуральный. Ему стало лучше где-то приблизительно на неделю, может быть, чуть больше. После этого снова наступило ухудшение. И тогда они пришли к нам, а к нам они пришли на фоне такого значительного ухудшения, потому что до этого у Феди ни разу не было рвоты целый день, она была эпизодическая. И он был вялый, отказался есть. При этом стул у него, вопреки обыкновению, был нормальным. Что мы увидели на осмотре, помимо очень плохого общего состояния? У него была пониженная температура, что само по себе для молодой собаки является таким фактором очень настораживающим. Не было даже 37 градусов. Довольно крупная собака, имела явный дефицит массы тела, но, наверное, 8 кг ему точно не доставало. Он был весь в своем демодекозе, были множественные аллопеции, местами гиперемия, потому что у него был еще и зуд на поводу вторичной пиодермы на фоне демодекоза. Тургор кожи у собак не такая уж частая вещь, когда значительно снижен тургор кожи. У Феди он был снижен значительно. И он был довольно бледный, умеренно напряженный при пальпации живот. Ну, на тот момент я ничего не пропальпировала, но он напрягал, правда, его. Собака крупная, пальпировать было непросто. Рентгеновский снимок мы сделали, потому что собака с хронической рвотой. По протоколу рентген положен. Сделали и ничего там не обнаружили. Мы сделали ему УЗИ. И органы брюшной полости были нормальными на УЗИ, кроме одного. У него была спленомегалия, и было еще вот такое явление. Что это? Не бойтесь отвечать. Это же не знать не стыдно. Стыдно не пытаться узнать. Ну что это? Черное в середине. Ой. Вот это что? Вот это что такое? Это петля кишечника, а вот эта черная, это анахогенная штука, это жидкость. Это жидкость, и она была только в районе петель кишечника достаточно расширена. Это межпетлевой выпад, который довольно часто сопровождает воспаление достаточно сильное. Он может появляться и исчезать сам по себе. Это еще не асцит пока, это просто межпетлевой выпад. Это вот у него и было. Мы взяли у него анализ крови. Что вам здесь не нравится? А, значит, вот эта колонка, где тут
чего? Сейчас я скажу. Значит, вот эта вот колонка – это результат Федин. Это минимум, это максимум. Я тоже сама посмотрю, что здесь не так. Есть идеи? Я расскажу, что не нравится мне. Мне не нравится достаточно выраженный лейкоцитоз. 19 тысяч лейкоцитов – это, в общем, лейкоцитоз. Гематокрит, хотя и на верхней границе, но все-таки не очень. Ну, не сказать, что какая-то катастрофа. При том, что собака сухая, визуально он обезвожен. У него нормальный уровень общего белка. У него высокий общий белок, повышенный. Косвенно это указывает на дегидратацию даже при нормальном гематокрите. Гематокрит же может быть снижен, ложно снижен за счет того, что у животного, например, на фоне хронического воспаления развилась анемия. Он будет дегидратирован с нормальным гематокритом. Такое возможно. Но при этом некоторые вещи будут нам указывать на то, что дегидратация все-таки имеет место. В данном случае это две вещи. Общий белок 82 при норме до 72, это много. И второе, что мне тоже вот не понравилось, это креатинин 138. Для кошки такой креатинин, ну вот с таким превышением, это как бы, ну так, не очень сильно. Для собаки повышение креатинина даже вот такое, это значимо. И в принципе собака выглядела так, как будто она может иметь болезнь почек. А? А мочевина нет, мочевина 6,3. Мочевина нормальная. И еще у него, ну, понятно, что в биохимии это сложно оценивать. Один была глюкоза. Мы, правда, перемеряли на приеме. Она была невысока, но она была в пределах норм. Гипогликемии у собаки не было. Что может быть с такими симптомами? Ну, как вы думаете? А альбумин нормальный, 35. Угу. Это тоже нас сразу увело куда-то в сторону. Ну, альбумин нормальный, все нормально. Молодая собака, год и 4, хроническое кожное заболевание, хроническая диарея, потеря массы тела с нормальным альбумином. Нормальный, 4,4. Хотя, согласна с вами, он может быть понижен у такой собаки. Кальций в норме, фосфор в норме. Это все в норме. Я тоже. Вот вы правильно смотрите. Вы смотрите, да. Но при такой дегидратации это может быть преренальная азотемия. Он просто очень сухой. И, скорее всего, креатинин был повышен в связи с этим. Да. Я согласна с вами полностью, что здесь действительно все дифференциальные диагнозы, ну, там, за исключением сопутствующих, будут крутиться, скорее всего, вокруг кишечника. И на самом деле, как бы оглядываясь назад, я понимаю, что, в общем-то, это уже все было очевидно. Но. Это же хронический пациент, по рекомендации. Все очень сложно должно быть. До случаю 3 года, к счастью. Сейчас я бы действовала иначе, но тогда я действовала так. А действовала я как? Когда не знаешь, как действовать, действуй по протоколу. Я так и пошла. В любом случае, это был пациент нестабильный. Это был пациент в плохом, ну, в общем состоянии. Его состояние можно было оценить как состояние средней тяжести. Поэтому он остался. И то, что мы должны были сделать, мы сделали. Он был сухой, ему нужно было вернуть жидкость. Он должен был однозначно получать антибиотик, он его получил. И поскольку у него была рвота накануне целый день, если помните, то у него был назначен гастропротектор. И в качестве попытки проконтролировать рвоту я ему назначила тогда цирукал. Правда, однократно, но здесь 2 раза в день, но я именно сделала его 1 раз. Вот. Почему не сиренью? Крупная собака очень. Там были затруднения финансовые, мы от сирени не отказались. Цирукал я дальше делать просто не рискнула. Тем более, что рвота прекратилась, и больше я его уже не делала.
Мы на инфузионной терапии даже получили неплохой результат, в том смысле, что он прибавил 900 грамм, то есть вся жидкость впиталась куда нужно. У него прекратилась рвота практически сразу и улучшилось общее состояние. Он захотел есть, был выписан домой, владелец не планировал держать его на стационаре дольше, чем мы там смогли его уговорить, это были сутки. И Федя отправился домой. Это не все анализы, которые мы у него взяли, я-то шла по протоколу, я взяла еще несколько. Как думаете, какие? Ну, я загадками говорю, чтобы ты... Да. Амстаф, конечно. Это раз. И второе, у него хроническая диарея. Паровирусная инфекция будет протекать остро. Это слишком долго для парва. Поэтому... А коронавирус не вызывает хронического расстройства. Более того, коронавирусная инфекция, если говорить о собаках, она может вызвать либо ничего, либо быстро проходящую диарею, он до вас даже не дойдет. Вернее, в полтора года он уже больше года, это взрослая собака. Коронавирусная инфекция не так опасна, как парва. Она вызывает быстро протекающие, не очень опасные для жизни заболевания. То есть, ну, щенок, чтобы погибнуть от коронавирусной инфекции, мне кажется, должен иметь что-то еще плохое. Это был взрослый пес, я не тестировала его на это. Я пыталась найти внутренние заболевания. Почему собака в полтора года выглядит на 14? Мне хотелось это понять. Собака с нормальным уровнем общего белка, диареи и потери массы тела, несмотря на это. Что еще можно было бы попробовать поискать. Не касая... Я сейчас не помню, но он получал антигельминтики, потому что он вакцинирован. Может быть. Теоретически, может быть. Слишком, я понимаю, вам трудно, потому что вы собаку не видите. Но если бы вы его видели, вы бы поняли, что слишком плохо он выглядел для того, чтобы простейшие были его единственной проблемой. Слишком рано, хотя, в принципе, болезнь Аддисона, ну, теоретически возможно. Ага, я подсказала, да. Кто сказал? И сделали УЗИ, сделали, и рентген сделали. Ни черта там не нашли, кроме газов. Действительно, все было так. Мы пошли по протоколу, и поэтому он был исследован И это тоже мы провели. Ну, насколько мы там смогли достать? Мы смогли достать максимум там до входа в 12-перстную кишку и немножко пройти 12-перстную, насколько нам хватило длины эндоскопа. Мы даже взяли биопсию у него, потому что, в принципе, на нее он и был направлен другим врачом. Таких случаев вы будете встречать очень много. Я рада, что вы догадались, хотя я еще не все рассказала, что хотела, но я все-таки дорасскажу, потому что это интересно. И я потом в конце подытожу, почему я хотела вам его рассказать. Здесь действительно несложно догадаться. И сейчас, возвращаясь назад, я понимаю, что это можно было понять давно. Но мы пошли по протаренной дороге, мы исследовали у него панкреатическую липазу собак. Она была промежуточный результат, 2400 мг на литр. Мы исследовали у него желчные кислоты, потому что мне не верилось, что собака в полтора года может быть так отвратительно выглядеть и не иметь никакой внутренней проблемы. Мы исследовали, они были нормальными. Мы взяли у него биопсию, я забегаю вперед, мне приходится менять хронологию, потому что, чтобы вам было понятно и интересно. Биопсию мы взяли, и после гастроскопии отправили его домой. Но понятно, что этот результат мы получили, бог знает когда. Лимфоплазмоцитарный гастрит. И эозинофильный энтерит получили мы. И это я к тому, это вот хорошая иллюстрация, что когда мы забегаем вперед, что-то делаем, вот забежав, мы получаем результат, который может нас сбить с толку. Если бы мы на этом и остановились, то, наверное, собака начала бы получать преднизолон.
скорее всего, на этом этапе. Мы бы забыли, если бы мы еще забыли про то, что собаке нет и полутора лет, а идиопатические воспаления, о чем я забыла упомянуть, и это очень важный момент. Если вы видите молодого пациента с вот такого рода симптомами, крайне маловероятно, что это идиопатическое воспаление. У него есть какая-то простая причина. Про это всегда надо помнить. Идиопатические воспаления – это удел животных среднего и старшего возраста. Это вот… А? От 5-6 лет. Вряд ли моложе. Даже у кошек. Хотя у кошек идиопатические воспаления встречаются в несколько раз чаще, чем у собак. У собак это вообще экзотика. В данном случае мы взяли у него гистологию не потому, что думали, что у него что-то экзотическое, а потому что мы там были. Ну, мы делали эндоскопию с другой целью, но мы там были, и мы должны были взять. Это тоже правило, и мы его выполнили. Но, тем не менее, мы, естественно, глазам своим не очень поверили. А что происходило дальше во время наших вот этих изысканий? Дальше Федя начал, значит, с нами общаться с загадками. То у собаки было все прекрасно. У него восстанавливался аппетит, стул, он даже немножко набирал в весе, то у собаки снова становилось все ужасно. У него начиналась рвота, рвота пищи, которую он съел там несколько часов назад или даже вечером накануне. У него прекращался стул или из него начинало лить. И все это, и ничего больше не... И все, что мы делали, это никак не изменяло. То есть непонятно было, эти улучшения связаны с тем, что мы предпринимаем, или просто у него у самого что-то происходит, что вызывает спонтанное улучшение и ухудшение. И у нас через неделю нас ждал еще один сюрприз. У него развились какие-то странные симптомы, напоминающие центрально-неврологические, потому что у него появилась и усиливается атаксия, шаткость походки, как описывает ее владелец. Он неуверенно передвигается, и владелец считает, что собака слепнет. Мы переделали ему УЗИ, и там уже не было межпетлевого выпада. Он поправился, он набрал в весе. То есть за все это время он там где-то килограмм вот этот вот он гулял. Но вот через неделю у него был вес почти 30 килограмм, он был активный, на тот момент не было рвоты. Свободной жидкости мы не нашли, но зато нас ждал вот такой симптом. Как думаете, с чем он связан? Ну, вы все угадали, вот давайте еще вот это. А? Простая причина. В анамнезе было, я подсказываю, было на слайде на первом или на втором. Давайте я верну. Ответ вот здесь. И. Да вы назвали уже. Баймек иногда, и вермектин иногда вызывает проходящую слепоту. Это был тот самый случай. Это несчастный Федя, он не мог быть просто несчастен. Он должен был собрать все. И даже на вермектин у него развелось побочный эффект в виде слепоты. Можете себе представить состояние владельца. И это, кстати, немаловажный фактор. Вот шутки шутками, а на самом деле, когда владелец, он еще и нависает над тобой, и ты что-то пытаешься делать, и он уже потратил много, а у него только проблем только прибавляется, но не убавляется, очень сложно продолжать мыслить объективно. Очень сложно. Ну, я по себе сужу. Не знаю, как у вас. Возможно, у вас крепче нервы. К счастью, здесь мы не очень долго провозились, за 48 часов после отмены зрение полностью восстановилось, и вот эти, значит, эта чехарда продолжилась. Здесь уже, не зная точно, что мы ищем, мы предложили ему диагностическую лапаротомию, и владелец от нее отказался, потому что он уже не в нас не верил, уже был уставший и уже очень тяжело все переносил. Все, что нам оставалось, это продолжать симптоматическое лечение. Мы снова в какой-то момент мы снова сделали ему УЗИ. И здесь была уже такая более понятная картина. Вот на этом, в принципе, на этом УЗИ уже все было очевидно. Но мы продолжали еще блуждать в потемках. У него перерастянуты петли кишечника, и у него с пленами галеи снова появляется межпетлевой выпад. И я, если смогу, я сейчас попробую запустить. Ой. А я вот сейчас попробую его запустить. На тот момент маятникообразные движения уже были. А на первом, когда первое УЗИ было, я клянусь, их не было.
Вот, не буду вас долго мучить. Мы, значит, путем очень тяжелых, чудовищно тяжелых переговоров Феде просто провели диагностическую лапаротомию. У меня нет снимка инородного тела, у меня есть картинка, которая объясняет, почему с ним происходили все те симптомы, которые происходили. Как вы думаете, почему? Вот очень похоже. Резиновая штуковина, 3 сантиметра, плоская, круглая. Она как клапан работала, она то вставала продольно, и тогда у Феди нормализовывалось все, она то закрывала просвет, и у Феди развивалась картина непроходимости. Все было элементарно просто с самого начала. Что сбило с толку? Большая история болезни, авторитет докторов, которые лечили его до нас, и как они же не могли такое пропустить, такую простую вещь. Отсутствие рентгенологических признаков так тоже бывает, особенно если это что-то узкое. И, ну вот в нашем случае было так. Оно было в кишечнике, да. Мы не достали, совершенно верно. Оно было в зоне, которую очень любят инородные тела, это илиоцекальные сочленения. Вот. Все хорошо было с Федей. Слава Богу. Вот, это просто иллюстрация того, что не все так просто, как кажется на первый взгляд, вернее, не все так сложно, как кажется зачастую на первый взгляд, и нужно верить своим глазам. Перерастянутые петли кишечника, межпетлевой выпад, собака с лейкоцитозом с таким очень часто имеет. Вот при инородных телах, кстати говоря, это, конечно, не патогномонично, но это очень часто вызывает тяжелое воспаление кишечника и лейкоцитоз. Было очень много после Феди, кстати говоря. Федя помог спасти массу кошек, на самом деле, от неминуемой гибели, потому что они приходили и выглядели как хронические больные, которые умирают и вот-вот умрут. А мы доставали из них инородные тела, и очень быстро, потому что у нас уже была диагностическая настороженность. После Феди я у всех ищу инородные тела вот уже несколько лет, потому что он меня научил тому, что не надо искать сложные причины, найди сначала простые. Это вот... Феде большое спасибо. Я пыталась, кстати, когда я писала эту презентацию пару лет назад, ну не в этом виде, в другом, я пыталась Федю сфотографировать, какой он красивый стал, какой он был плохой, стал хороший. Вот, владелец он даже на связь не вышел. Мне кажется, он напуган на всю оставшуюся жизнь докторами, потому что чего только Федя не прошел. Не только у нас, конечно, у предыдущих врачей, но, в общем, владелец... Демодекоз... Как это ни парадоксально, при том, что Баймек был отменен, у него там в итоге через 2 недели он еще и обрастать начал. То есть вы, наверное, во-первых, антибиотики. Вообще считается... Может быть, спонтанное улучшение. Демодекоз может спонтанно улучшаться, наверное, даже при генерализованной форме. Мы знаем, что локализованную форму лечить не нужно, она проходит сама. Возможно, это был тот самый случай. Как они дальше решали кожную проблему, я не знаю, потому что, несмотря на наше триумфальное, значит, спасение Феди, они нас избегали. Все, больше к докторам мы не ходим. Да. Воспалением, скорее всего, я так думаю. Но я думаю, что да. У кошек довольно часто удается пропальпировать, если пальпировать настороженно. Если вот прямо очень внимательно пальпировать, можно это... Особенно у кошки с потерей массы тела. Здесь собака 30 килограмм была, это было в принципе не так просто. Там была вот такая вот штучка, тоненькая и маленькая. Ну, жаль, что не пропальпировали, но, наверное, были на то объективные причины. У кошек довольно часто удается либо пропальпировать, либо сделать рентген, да. И довольно часто это видно на снимке без контраста. Они часто любят глотать. У нас как-то лидируют эти пробочки от пенициллиновых флакончиков, а их видно на снимках, и где они их берут, я не знаю. Инвагинации мы стали очень часто диагностировать и оперировать с тех пор, как у нас работает инфекционное отделение в клинике. Это самые частые пациенты, это пациенты с правовирусной инфекцией, у кого инвагинация. Хотя у нас был кот без всякого парва, его просто вот дома на диване лежал много лет, и потом его взяло, и откуда-то спонтанно развился инвагинат, даже без рвоты, по-моему, просто вот ему внезапно стало плохо. Вот. А большая часть пациентов, у которых мы диагностируем инвагинацию, это пациенты с правовирусной инфекцией. Когда к нам...
И кошки тоже. Да, мы когда они когда к нам попадают на инфекционное отделение, мы сразу начинаем за ними пристально следить. У нас даже фельдшеры инфекционного отделения знают, что этих животных надо обязательно пальпировать каждый день и лучше не по разу, чтобы не пропустить начало инвагинации. Ну, еще про одну собачку расскажу. Она посложнее немножечко. Это не Федя. Это Йорк. По кличке Тоша, ему 5 лет, то есть средний возраст, ни туда и ни сюда, ни молодой и ни старый. Он был направлен из другой клиники, по звонку мне позвонил знакомый доктор и сказал, что тут к нам поступил Йорк с выпотом в брюшную, и, в общем, по всему, у него диарея длиной 2 месяца, и, судя по всему, это твой пациент, я даже не буду пробовать, даже не буду лезть, я отправлю. Они отправили, они приехали. Значит, из истории что? 2 месяца у него диарея и увеличение объема живота. Лечились они в другой клинике, на антибиотиках диарея проходила, потом снова возобновлялась, а потом перестала проходить. Он стал потихонечку худеть, и по УЗИ они подтвердили наличие свободной жидкости в брюшной полости, даже сделали ее цитологию, и заключение цитолога было, что это эксудат. Аппетит у Тоши не терялся никогда, он всегда был хорошим. И у него никогда не было рвоты. То есть все, что у него... Какие ведущие симптомы у этой собаки? А? Потеря массы тела, конечно, еще. И диарея. В принципе, все. Ну, вот из значимого, в принципе, все. Но и этого уже достаточно. А, и есть еще один. Жидкость, свободная жидкость брюшной, достаточно опасный симптом, очень тревожный. И, в принципе, всего этого достаточно, чтобы тоже подвергнуть достаточно агрессивной диагностике. Мы начали с самого начала и пошли по известному нам маршруту. И вот у Тоши уже поинтереснее анализы. Что, ну, если не видно, вы говорите, я буду называть. Белок у него, общий белок у него 34. Норма от 50. А альбумин у него 20 при норме от 24. Но это норма нашей лаборатории. На самом деле международная норма, вот отсекающая границы, это 20. То есть у него... Не тут пограничное значение, да. Лейкоцитов у него 13,2. Да. А гематокрит 47, да. У него сегментоядерных многовато, 82 на сотню при норме до 73. А моноцитов у него 4, лимфоцитов у него 9. У него стрессовая, стресс-лейкограмма так называемая, его можно понять, потому что ему... В норме? Угу. Ну, скажем так, АСТ у него еще есть незначительное отклонение, но они, не, эти отклонения не диагностичны. Да. Щелочная 33. То есть, в принципе... Все, что у него есть, это умеренный лейкоцитоз, гипоальбуминемия, пангипопротеинемия низкие. У него низкие все фракции, и общий белок у него тоже снижен. Да, и вот, собственно, и все. Эксудат. Стерильный. Стерильный. АСТ высоковато, действительно так, но это может происходить... У людей нет такой, в смысле, у собак нет такой корреляции, какая присутствует у людей в силу того, что у людей действительно АСТ может расти очень сильно. Ну, как, да, это как один из вариантов у него может быть. Ему делали УЗИ сердца, да, да. Правостороннее может быть, да, конечно, и мы делали. Вот. А АСТ повышено в данном случае, скорее всего, за счет мышечной атрофии, он худел. А сывороточная амилаза и сывороточная липаза не информативны в отношении поджелудочной железы у животных, там нужны специальные тесты. Амилаза может повышаться достаточно значительно при воспалениях кишечника, при капростазии и при заболеваниях желудка, например, тоже. Ну, то есть она не диагностична в данном случае, но она повышена. Сердце у нее было все нормально, забегая вперед, да, чтобы не отвлекаться. Вот, мы сделали УЗИ, вот она, свободная жидкость и утолщенная стенка кишечника. Я, правда, не нашла у него там какой-то выраженной поперечной исчерченности, в слизистой я нашла только ее какое-то, ну, такое очень умеренное утолщение. 0,33, в принципе, до 0,4, это, в общем-то, считается нормой. Вот, и жидкость брюшной полости немного, но, ну, то есть не катастрофа, но она есть. Какой
Что может быть еще? Вот кишечник, а что еще? На что будем брать? Вот. Угу. Какая? Ну, клинику, биохимию взяли, посмотрели. Что дальше будем делать? УЗИ вот сделали еще. Рвоты у него нет, только диарея, потеря массы и жидкость брюшной. Да. Проведем. Паразитологическое исследование проведем. Колоноскопию. Я думаю, что тест на желчный кислот, с ним согласна. С паразитологией согласна. С колоноскопией не совсем. Я забыла упомянуть, что у него так называемая тонкокишечная диарея. Поэтому здесь, скорее всего, толстый... И есть еще один важный момент, почему я думаю, что и думала тогда, что у него поражен именно тонкий отдел кишечника. Помнит кто-нибудь почему? Потеря массы тела, верно. Когда мы не можем определить, когда мы не можем понять, толстая или тонкокишечная диарея, ну, например, в ней содержится слизь и кровь, но при этом она не учащена, то есть, ну, непонятно, какой отдел. Смотрите всегда на пациента. Если этот пациент в остальном себя чувствует нормально, это заболевание толстого отдела. Если пациент чувствует себя плохо, худеет, у него выпад в брюшную, это 100% тонкий отдел, или смотреть надо там. И в данном случае, конечно, гастродуоденоскопия будет выполнена, и мы ее тоже включаем в список. Я расскажу, ну, я позже полный список вам сейчас расскажу. Я расскажу, как мы его пробовали лечить. Он не оставался на стационаре, потому что в остальном он же ел, и он не был, в общем, строго говоря, дегидратирован. Все, что мы пытались с ним сделать, каким-то образом проконтролировать этот выпад, в литературе этот метод описан, мы пробовали вводить ему внутривенно волювен. И иногда такой метод помогает. Когда снижен уровень альбумина, можно попробовать поднять онкотическое давление плазмы с помощью коллоидов. Но вот в случае с Тошей это не помогло. До тех пор, пока мы решали и ждали результатов дополнительных исследований, он получал также антибиотики и диету. В принципе, на этом этапе это все, что мы могли сделать. На протяжении 3 дней никакого эффекта не было. Тоша по-прежнему ел, Тоша по-прежнему худел, у Тоши, забегая вперед, падал альбумин, и выпад у него не увеличивался и не уменьшался. В остальном Тоша оставался таким же, как был. Два слова расскажу про гипоальбуминемию и вообще, о чем нам может говорить низкий альбумин сыворотки, не общий белок, низкий альбумин. Расскажу. Это не мои, это я переделала, просто сюда вставила. На самом деле вот такие вот диаграммы, это позаимствовано, почерпнуто из презентации доктора Майкла Уилларда, который выступал раньше у нас нередко на терапевтических конференциях. Это слайды фактически из его презентации. Итак, гипоальбуминемия – это все то, что меньше 2 мг на децилитр. Если вы видите такую цифру, допустим, 19, 17, 13 и так далее, у вас пациент с гипоальбуминемией. Есть два варианта, почему альбумин может быть в сыворотке понижен. Первый – это усиленная потеря, второй – недостаточная продукция. Недостаточная продукция, если это этот вариант, говорит о том, что у этого пациента недостаточно нарушена синтезирующая функция печени, потому что альбумин синтезируется именно там. И усиленная потеря может быть через 3 источника. Это печень, почки и кишечник. Скажите мне, пожалуйста, каким образом мы сможем выбрать один вариант из этих 4? Потеря почками, кишечником, либо кожей, и нехватка продукции из-за недостаточности синтезирующей способности печени. Какие анализы мы должны взять у этого пациента для того, чтобы найти источник потери? Анализ мочи какой? Белок креатинин, да, я согласна. И это что мы установим? Через почки. Да, это тест, который диагностичен для наличия или отсутствия нефропатии с потерей белка. То есть на самом деле пациент с заболеванием почек может иметь или не иметь энтеропатию с потерей
нефропатию с потерей белка. И в данном случае соотношение белка и креатинина и будет нашим тестом, который нам даст ответ на этот вопрос. Я еще одно, то, чего в этих слайдах нет, скажу, что иногда бывают какие-то пограничные значения UPC, вот этого соотношения белка и креатинина, ну вот невнятно, не очень понятно, почки это или нет, не очень ясно. В этом случае стоит посмотреть на холестерол, если быть точной. Высокое соотношение белка и креатинина и белок в моче плюс высокий холестерин – это почки. Низкий холестерин плюс вот это, если холестерин низкий, белок низкий, это кишечник. Есть такой удобный метод для дифференцировки. Хорошо, с мочой разобрались. Дальше. Да. Нет еще. Это у Феди все было нормально, а у Тоши еще не ясно. В любом случае у него разрушения нету клеток гепатоцитов, потому что АТСТ, ну, то есть ферменты нормальные. Верно. Я согласна, но это не гарантия в случае с шунтом, это не гарантия того, что шунта нет. То есть нормальная биохимия? Там же надо принимать желчные кислоты, какой анализ? Желчные кислоты – второй анализ, который мы будем делать в рамках вот этого. Ей 5 лет. Как правило, бортковальный шунт, либо какие-то, они в раннем возрасте. Там еще должна дистрофия, то есть она должна быть уменьшена. Должна быть, но не всегда. С шунтами какая история? То, что вы говорите, это абсолютно справедливо, но это справедливо для выраженных шунтов, для классических, так называемых, в кавычки возьмем этот термин, для классических ситуаций, когда шунт большой, а нарушение функции печени выраженное, и мы имеем, как правило, пациента год. Ему год, а может быть даже поменьше, а он уже имеет проблему. Здесь, как правило, довольно легко диагностировать, и проблем с диагностикой не возникает. Но бывают достаточно часто и неклассические ситуации, когда шунт маленький, или шунтов много множественных, или шунт приобретенный, а не врожденный, и тогда мы можем иметь пациента 5, 6, 7, и даже самый старший пациент, который был описан, которому впервые диагностировали портсистемный шунт, ему было 11. Это говорило о том, что эта ситуация была 11 лет у этого пациента компенсирована. Никто о ней не знал. Собака прекрасно жила. У меня был пациент, которому поставили портсистемный шунт 2,5 года. Но, правда, проблему он имел. Просто она не особенно мешала ему жить. Она когда начала ему мешать жить, тогда они обратились, и мы диагностировали, собака была прооперирована. Но вот ситуация, когда... То есть, если вкратце, у Тоши может быть портсистемный шунт. И мы должны взять у него желчные кислоты обязательно, чтобы проверить, даже в отсутствии каких-то изменений, характерных в биохимии. При том, что у него альбумин 20, и это может быть вот эта причина. То есть проверить обязательно надо. Все хорошо было? Да. Могла быть декомпенсация по какой-то причине, так бывает. При случае с шунтами так тоже бывает. Это не самая вероятная причина, я сразу скажу. Но она возможна. Мы должны как бы ее вычеркнуть из списка. Но должны. В конце концов, не только шунт может являться причиной нарушения синтезирующей функции печени. И мы должны убедиться, что она не нарушена для того, чтобы переходить к остальным причинам, вот, которые еще есть. Здесь берем желчные кислоты, здесь берем соотношение белка и креатинина. Это как будем исключать? Кожа и кишечник. Нет. Это подсказка, это не тест. Кожу. Как мы исключим, вот как мы убедимся, что не через кожу пациент теряет белок? Верно. Вы можете глазами увидеть, теряет или не теряет. Если у него есть обширные какие-то некрозы, ожоги, не знаю, какая-то очень глубокая эпидерма, гнойные раны, абсцессы, вот это все. Если это будет, будет потеря. И вы это увидите визуально, да, даже не трогая пациента. На самом деле, вот проделав все это и убедившись, что здесь ничего, здесь ничего, здесь все нормально, у нас остается только этот вариант. Такой вот алгоритм. И
один очень важный момент по поводу уровня альбумина и того, что с такими пациентами делать. Есть правило, которое желательно, ну, если есть такая возможность, его желательно соблюдать. Если уровень альбумина у вашего пациента меньше 20, это такая отсекающая граница, мы признаем, что и мы исключили все остальные причины потери альбумина. У пациента энтеропатия с потерей белка. Это пока еще не диагноз, это состояние, да, нам еще надо причину найти. И мы переходим к агрессивной диагностике. Несмотря на состояние пациента, нашей целью должна стать диагностика и постановка окончательного диагноза. В данном случае, скорее всего, это будет гистологическое исследование. Это тот самый, к сожалению, случай, когда у нас нет трех недель на ожидание, но у нас нет других вариантов, мы вынуждены ждать и в это время пытаться что-то с этим пациентом сделать. Это тяжелые три недели, как правило. И в том случае, если больше 20 грамм на литр, энтеропатии с потерей белка, по всей видимости, нет, и наш пациент, например, с хронической диареей, но с нормальным уровнем альбумина, направляется на пробное лечение. То есть мы назначаем ему какую-то пробную терапию, и дальше мы идем по плану, который установлен для эмпирического лечения. Но не буду мучить. Вот тошины анализа. Желчные кислоты у него имели нередкую, к сожалению, ситуацию такого парадоксального характера. То есть у него до еды были выше желчные кислоты, чем после еды. Так иногда бывает. Но они не были достаточно высоки для того, чтобы мы могли говорить о наличии, о нарушении синтезирующей функции печени. То есть это не печень. Общий анализ мочи был без особенностей. Соотношение белка и креатинина было 0,01. Это не почки. У него была целая кожа, кожных поражений не было. Это не кожа. У него энтеропатия с потерей белка, по всей видимости. Панкреатическая липаза собак, ее мы тоже взяли. Она имела некое промежуточное значение, то есть пока было не очень понятно. Кортизол, мы взяли даже кортизол. И он был, он был нормальным, он был выше 54 наномоль на литр. Эхокардиография, УЗИ сердца, тоже также было без патологий. И рентген грудной полости, там тоже не было ни выпада, никаких других патологий. То есть что мы имеем на сегодняшний момент? Мы имеем доказательство того, что это явная энтеропатия с потерей белка. Ну, в принципе, все. Дальше можно разбираться с энтеропатией с потерей белка. Ну, немножко про Тошу еще расскажу, про его грустную жизнь в эти дни, пока мы ждали всех результатов. Холестерин, смотрите, у него был снижен, что явилось еще одним доказательством того, что это именно энтеропатия с потерей белка. Альбумин начал падать. У него с 20, по-моему, он упал до 19, потом до 17. И деваться мне... и начались рвотные позывы впервые в жизни, по-моему, у собаки. Обратились к специалисту, не было, получили еще один симптом. Сдали кучу анализов, но вместо облегчения получили еще один симптом, которого раньше не было. Просто блестяще поработали доктора. Деваться мне было некуда, и это тот случай, когда я была вынуждена назначить эмпирическую терапию глюкокортикостероидами до того, как успела понять, что с собакой. Почему? Во-первых, потому что ничего не помогало, и белок продолжал падать, а у меня не было возможности за 3 дня сделать ему гистологию. Кроме того, он становился все менее и менее стабильным, и анестезиолог все менее и менее хотел давать ему анестезию. Мне нужно было его к этому моменту подготовить, и перебрав все возможные варианты, что может приводить к энтеропатии с потерей белка, я подумала, что назначение преднизолона будет, наверное, самым безопасным. Ну, то есть я хорошо подумала, прежде чем это сделать, но я это сделала. Какие диагнозы могут приводить к энтеропатии с потерей белка? Также не мой слайд, но он очень важный, очень наглядный, поэтому я его для вас воссоздала. И вот там, где крупные буквы, доктор Майкл Уиллард обычно пишет более вероятные причины. Там, где все очень мелко-мелко, менее вероятные причины. Две основные причины для энтеропатии с потерей белка у собак существуют, самые вероятные. Это лимфангиектазия и лимфосаркома. Я подумала, что если это... то или другое, я ни в коем случае не наврежу этому пациенту преднизолоном. Я, скорее всего, либо ничего не изменю, либо сделаю ему лучше. Это будет с какой-то точки зрения даже такая экспресс-диагностика, может быть, в каком-то смысле, если мне повезет. Грибковые инфекции очень часто, ПТОС, так называемые заболевания, которые встречаются в Южных Штатах США, но не встречаются, к счастью, у нас. Не верьте никаким там кандидозам желудка, ничего этого, и кишечника, ничего этого у собак не бывает. IBD или ВЗК, воспалительное заболевание кишечника, если протекает в достаточно тяжелой форме, может быть причиной для энтеропатии с потерей белка. Не часто, но бывает. Чаще всего они достаточно сохранны первое время. Паразитозы.
кто-то, с кем-то мы говорили о паразитах, да, могут быть очень тяжелые паразитозы. Но, наверное, аскариды, которые у нас там часто бывают, или там лямбли, они не могут, наверное, собаку до такого состояния довести, что у нее выпад в брюшной начнется. Но теоретически существуют достаточно злые гельминты, которые, наверное, могут приводить их в плачевное состояние. Может быть, они просто южнее живут, я о них ничего не знаю. Эрозивные, язвенные, любые нарушения целостности слизистой могут приводить к потере белка через слизистую. Ну и также новообразование инвагината, это все тоже имеет место, просто это реже, чем вот эти две причины. У собаки средних лет лимфангиектазия и лимфосаркома были наиболее вероятными диагнозами, и плохи были, в общем-то, в связи с этой табличкой, кто же на дела, потому что это, ну, а как же? Рассказываю. Только единственное, два слова скажу про лимфангиектазию, потому что мы про нее не говорили в прошлый раз, и чтобы пояснить, что это такое. Лимфангиектазия – это расширение, патологическое нарушение оттока лимфы из лимфатических сосудов кишечника, из-за чего вот эта лимфа, содержащая белок, она начинает выпотевать в просвет кишечника, и таким образом теряется белок через просвет. Считается, что это врожденное заболевание, существует породная предрасположенность. У йоркширские терьеры, пшеничные терьеры, они в группе риска, то, что туда вполне попадало, у него это могло быть. Это патологическая дилатация лимфатических сосудов слизистой. Может быть вторичной по отношению к гепатиту и правосторонней желудочковой недостаточности, правожелудочковой сердечной недостаточности, простите. Приводит к эксудации лимфы, которая богата белком, и его и будет еще также, кроме этого, тяжелое нарушение абсорбции липидов. Поэтому, кстати, таким собакам помогают низкожировые диеты. Макроизменения можно увидеть, если повезет, во время эндоскопии. Нету снимка, к сожалению, но очень яркая картина. Если видно, там вся слизистая розового цвета усеяна такими белыми штучками. Прям белый, как белой манкой посыпано все. Вот это так выглядит лимфангиектазия. Жалко, что не сделала фотку. Что еще? Если вкратце, то лечение, основное лечение для таких собак – это диета ультранизкожировая типа Ideal Low Fat. Это одна из диет выбора. И противовоспалительная терапия для избежания развития там липогранулем, так называемых, вот чтобы они не развивались, там преднизолон назначается. Вот. Поскольку это тоже могло быть у Тоши, в принципе, преднизолон ему бы и здесь не повредил. И, кстати, низкожировую диету я ему тоже назначила. Буквально 2 дня потребовалось собаке после начала приема преднизолона, чтобы избавиться от выпада из брюшной полости и диареи. Настолько стремительным было улучшение. Мы взяли на фоне этого улучшения биоптаты, но в принципе собаке уже было намного-намного лучше всего за 2 дня. То есть это тот счастливый случай, когда я попала... в точку, это вот хорошо, когда думаешь перед тем, как назначать. Подумала, видимо, правильно. Ну, то есть точно правильно, я знаю конец истории. И назначение было сделано абсолютно верно. Гистологию мы получили традиционно только через 3 недели. Вот, это его УЗИ уже вот через 2 дня перед биопсией. Вот. Мы получили диагноз, потому что мы исключили таким образом лимфангиектазию, мы исключили лимфосаркому по этой гистологии, и это перевод заключения. И фактически, какой это диагноз из этих вот этих? Ну-ну-ну, там не было, там они исключили. Воспалительное заболевание кишечника, это вот тот самый не очень частый вариант, который при достаточно тяжелом течении может приводить к потере белка и выпаду в брюшную полость. У него это и было. И лечится это заболевание преднизолоном. Ну, иногда это лечится антибиотиками и диетой, но не в этом случае, к сожалению. Это не помогло еще до попадания к нам. Вот. Альбумин начал стремительно расти после этого, и мы его выписали на фоне общего благополучия. Потом, если дальше, то мы пытались его отменить преднизолон в течение нескольких месяцев. На минимальной дозе все было хорошо, при отмене начиналась диарея. Но потом, в конце концов, мы его отменили окончательно. Я должна вам сказать, что этот пациент через полгода, вот мы все рассмотрели,
Нас же через полгода ждал сюрприз, потому что он обратился по поводу нарушения мочеиспускания. В мочевом пузыре у него спустя полгода после обращения был конкремент. Конкремент мы удалили, собаке была сделана уретростома. Конкремент оказался уратом, и по моче была масса уратных кристаллов. Он отказался от повторной диагностики портсистемного шунта, и больше мы его, к сожалению, не смогли увидеть. Собака была в целом в хорошем состоянии, но наличие уратов в мочевом пузыре говорит о том, что весьма вероятно, что все наши исследования на тест на желчные кислоты, он, к сожалению, был ложно низким, и у этой собаки мог быть портсистемный шунт, потому что уратный уролитиаз у собак, если это не далматинец, это почти всегда говорит нам о нарушениях, о заболеваниях печени. К вопросу о том, да, что это абсолютно нормальная собака клинически, до 5 лет он прекрасно дожил, и, кстати, уратов у него никаких до 5 лет не было, а потом что-то произошло, и они появились. Но IBD у него точно было. Ну, то есть тоже это еще одна несчастная собака. Вот. На еще один клинический случай остались силы? Один. Я думаю, что один, и на этом закончим. Это фотография, это, конечно, из интернета. Я не смогла бы их сфотографировать в домашних условиях, но я думаю, что именно в таком виде живут эти 17 молодых кошек. Это случай, который я все еще веду, потому что их, видите, много. Вот. А начала я его осенью и решила вас повеселить. Это женщина, владелица этих животных. Это совершенно уникальная личность, пару слов о ней, потому что у нее эти 17, а может быть больше, я даже не уверена, что их 17, все эти кошки подобраны. Это зоозащита, но это такая индивидуальная зоозащита. Она лечит их, подбирает, лечит и пристраивает исключительно на свои, и она никогда не прибегает ни к каким сборам средств. То есть это такой вот зоозащитник-одиночка. Очень многие кошки, она их не пристраивает, потому что за время, пока она их приводит в порядок, она к ним привязывается так, что они остаются у нее в доме. Если серьезно, то это кошки молодые, преимущественно там где-то от года до 4 их возраст, она как-то ей везло, она в основном брала молодых. Периодически состав колонии меняется, живут они все вместе, живут, ясное дело, очень скучно. И поскольку, да, и несколько месяцев владелец наблюдает у всех своих 17 животных, боже мой, диарею. Причем, к счастью, они делают это в лотки, и это, конечно, приятно. Но дефекация у них определенно учащена. Водянистый стул, жидкие фекалии, иногда с наличием крови и слизи в них. То есть это какая диарея? Толстокишечная диарея. Они прекрасно себя чувствуют, у них великолепный аппетит, они лоснятся, все хорошо, кроме вот этого прискорбного факта. Владелец, поскольку сама, да, человек достаточно опытный, и, в общем, мы ее многому научили. Она меняла рацион, и она проводила дегельминтизацию. Вообще у нее с этим очень строго, с дегельминтизацией. Вот. Это все оказалось без эффекта. То есть они к нам уже пришли дегельминтизированные, что-то такое, была попытка с рационом что-то такое поменять, но ничего не изменилось, они себя как чувствовали. Вот. Да, мне нравится ход ваших мыслей. Действительно, сейчас будем разбираться. В клинику, значит, я получила в свое распоряжение 6 из 17 животных в силу того, что и наши возможности ограничены по их размещению, и возможности владельцев финансовые, хотя и, судя по всему, достаточно большие, но все-таки не бездонные. Поэтому 6 наиболее с выраженной диареей владельца доставила в клинику на инфекционное отделение, потому что она тоже подумала, как вы, и решила, что это какая-то, как минимум, заразная причина. Всех 6 я осматривала и принимала сама, потому что это были мои профильные пациенты, уже внутренне страдая. Они были прекрасные внешне. Мы у всех у них взяли тесты крови. Здесь владельцу не придраться, она всегда идет навстречу в плане исследований. Они были нормальные. ПЦР на паровирус, несмотря на то, что это какая-то уже история длительная, не очень похожа, но все-таки скучное содержание. Владелец очень хотел их тестировать на паровирус. Мы это сделали. У всех 6 все отрицательно. Паразитологические исследования фекалий, к сожалению,
к сожалению, тоже отрицательное. Что-то необходимо было делать, и начали мы терапию. Ну, мы решили, что... А там еще такой был нюанс. Владелец бы дала им всем антибиотики, если бы только могла. Но она много работающий человек, и всем 17, они у нее в силу того, что они все такие вольно живущие, они у нее еще и полудикие большей частью, и она не могла. То есть она сразу сказала, я им антибиотики, вообще какие-то препараты внутрь давать регулярно, курсом я не смогу. Поэтому я привезла их к вам, чтобы вы попытались, ну, чтобы вы их полечили. То есть это были кошки, которых там антибиотиков еще в их жизни не было. Назначена была терапия метронидазолом 15 мг на килограмм, терапевтическая дозировка, и параллельно я назначила им фенбендазол на тот случай, если мы, учитывая, что это, да, возможно, паразитарное какое-то заболевание, но, может быть, мы не увидели лимблиоз в паразитологическом исследовании. С лимблиозом это запросто. Поэтому здесь проще в ряде случаев эмпирически назначить фенбендазол, чем пытаться разыскивать этих паразитов. И в течение первой недели нам пришла пора подвести итоги, и мы поняли, что ровным счетом ничего не изменилось. Все прекрасно ели, чувствовали себя прекрасно, орали нам там. Вот. И стул как был, вот он такой же точно и остался. Что думаете? Давайте вот сейчас к диагнозам вернемся, но какой ведущий симптом у всех этих животных? Диарея. Здесь без вариантов, причем какая? Это очень важно в данном случае, что она именно толстокишечная. Это определяет дальше все. Я хотя и давала им препарат против лимблиоза, но я понимала, что в принципе я это делаю исключительно, чтобы очистить собственную совесть. Почему? Потому что, верно, потому что лямблии паразитируют в тонком отделе, они вызывают тонкокишечную диарею. И именно поэтому лямблиоз иногда может приводить к тяжелому, к ухудшению состояния, к потере массы тела, потому что это тонкокишечный паразит. Строго говоря, и паразиты все, гельминты и что, тоже тонкокишечные паразиты. Кто живет в толстом отделе? Паразитологическое исследование отрицательное. Трихомоноз. Трихомоноз хорошо, трихомоноз мне версия нравится. Но сейчас мы это в сторону оставим, я запомнила. Когда у нас несколько животных и все болеют, о чем это говорит? Я согласна вот с этим пунктом, но я хочу, чтобы вы назвали еще один, чтобы потом выбирать все-таки из двух, когда вы будете сталкиваться. Нет, это либо это что-то заразное, либо... Влияние чего-то на них чего? Либо питание, либо токсины, совершенно верно. То есть не упирайтесь только в какую-то инфекционную или инвазионную причину, потому что это может быть еще и питание. Действительно так. Другое дело, что на самом деле какая-то причина, связанная с пищей, маловероятно, что она у всех 17 вызовет. Кто-то будет нормально, кто-то, у кого-то будет хуже. Здесь у всех 17, и это, конечно, настораживает. Ну, вы молодцы сегодня, чё. Я немножко вам расскажу про этого паразита, потому что это важно, и потому что это причина для толстокишечной диареи у кошек, будьте внимательны, которая действительно приобретает все больше и большее значение. По крайней мере, какое-то время считалось, и я так считала, что чисто породные питомниковые кошки, они в группе риска по этому заболеванию. Тем не менее, я столкнулась с абсолютно беспородными кошками, целой кучей беспородных кошек, которые все имели тритрихомонос, у них у всех пришла положительная ПЦР. Там владелец не мыслит мелко, поэтому у всех шестерых была взята ПЦР, она у всех шестерых была положительная. Ну, то есть вот был просто... Мы просто аплодировали. Вот это было вообще так красиво и так быстро. Ну, неделю, правда, немножко помучились, но зато у нас диагноз был в кармане. Первая публикация, первые описанные трихомониаз у кошек именно. Он, конечно, был описан раньше, считают, что это инфекция крупного рогатого скота, вы это знаете. Передается она, насколько я помню, у крупного рогатого скота при случках. Но как кошачья кишечная инфекция, она была описана в 1999 году. Эта картинка конкретно просто очень красивая. И смотрите, первая публикация у кошки с тритрихомонозом, она датируется 99 годом, и это было в США. Но вот эта картинка, она из статьи
2010 года, и это картинка кошки, мазка кошки сиамской. Это был первый описанный случай в Корее, это было в 2010 году. То есть некоторое время, почти 10 лет, это вот ареал обитания кошачьей трихомонады, ну, которая, собственно, еще и, ну, и коровья тоже, она их не обнаруживалось, не было такой болезни в странах Восточной Европы, например, и в Корее, например, это вот первый описанный случай в 2010 году. Колонизирует именно толстый кишечник, считается, что может спонтанно исчезать как трихомонас, так и симптомы с ним связаны в течение 2 лет. И в группе риска это скучно живущие кошки, потому что орально-фекальный путь передачи и колонии кошек. Есть предположение, что инфекция трихомонас может служить предрасполагающим фактором к развитию у этих кошек IBD со временем, если с ней ничего не делать. А делать с ней практика показывает очень сложно. Что касается диагностики. Существует ПЦР, она вполне доступна. И есть еще просто, чтобы вы знали, что существует такой вариант. Это тесты, которые называются in-pouch. Легко запомнить, потому что это действительно пауч, только маленький. И туда помещается туфер с мазком, и там растет культура. И эту культуру, как вы видите, можно прямо не распаковывая, так и смотреть. Я так понимаю ситуацию. Вот. И третий вариант, но это должен быть навык, и это нужно нативный фекальный мазок. Чувствительность этого метода, к сожалению, не превышает 15%. Но если вам повезет, и вы в нативном фекальном мазке увидите, это будет очень красиво. Нативный фекальный мазок можно получить с помощью ректального исследования у такого пациента. Просто кошкам мучить не стали, у собаки. У собаки, правда, это ну, теоретически возможно, но намного-намного реже. Это все-таки кошачья инфекция. С лечением. Главная сложность с тритрихомонозом заключается в том, что единственный препарат, который эффективен против тритрихомоноса, называется ранидозол. Он практически недостижим. Вот с этим владельцем и ее 17 кошками мы прошли все круги ада, и мы, в принципе, мы так и не смогли. Хотя вторые мои пациенты, которых я диагностировала это заболевание, они нашли его в каком-то зарубежном интернет-магазине европейском и заказали, и к ним приедет 1500 за 100 грамм. Вот так вот просто. Ну, мне кажется, в Москве все вообще попроще, чем в Санкт-Петербурге, потому что все интернет-магазины, которые, по крайней мере, когда-то было у них в наличии, все, что мы видели, это была Москва. И мы даже вроде даже надумали заказать с доставкой, но везде, где мы позвонили, нам сказали, что в наличии его нет. Поэтому тот факт, что это у них на сайте есть, еще не факт, что он есть. Мы позвонили 3 или 4 места в Москве, мы готовы были заказывать, но они сказали, что у них этого нет, к сожалению. Есть голубиный ранидозол и есть голубиный питомники, которые заказывают где-то таблетки. Но на одну кошку это еще... Во-первых, не поделить. Во-вторых, нужно очень много этих голубиных баночек на 17 кошек. И мы понимали, что там человек вылетит в трубу. Поэтому от этого варианта мы тоже отказались. Вот. И владелец уже начинал нервничать и сказал, да, ну, хотел, чтобы мы сделали что-нибудь. Я скажу сейчас, что мы сделали. Еще скажу, да, значит, в отдельных источниках, в некоторых по инфекционным заболеваниям рекомендуется еще препарат под названием тинидозол. Тинидозол – это легко доступный медицинский препарат, дешево, который очень стоит, продается в любой абсолютно аптеке. Его можно применять в тех же самых дозировках, тоже 30-50 мг на килограмм 2 раза в сутки. Если деваться вам некуда, можете попробовать. Но беда в том, что исчезновение диареи на фоне применения как ронидозола, так и тинидозола, к сожалению, не означает, что вы убили всех трихомонад. Это все может возобновиться через некоторое время. А понять, помогло, не помогло, вы вряд ли сможете, ну, более-менее достоверно. Можно ПЦР повторно взять, но не факт, что она не будет ложной. И это касается всех абсолютно паразитарных инвазий. Не менее важно, чем лечение, особенно в условиях скучного содержания. Еще очень важна профилактика в виде санации. Всех этих кошек желательно мыть. Кошек мыть и среду вокруг них тоже намывать. Потому что таким образом, например, лямблиозы передаются от кошки к кошке. Когда мы вроде бы, кошка вроде бы прошла противопаразитарное лечение, противопротозоиное, например, фенбендазолом, но у нее на шерсти, например, остались цисты. Этого достаточно, чтобы она заразила себя сама повторно при вылизывании, а также заразила всех своих друзей, когда у них будут, значит, акция самовылизывания друг друга. Вот, и они снова и снова будут заражаться. Поэтому их надо мыть обязательно после того, как вы провели лечение. Лечение нужно проводить, разумеется, одновременно всех животных, которые в контакте находятся.
Ничего нам не оставалось делать, и владелец сказал: все, я почитала форумы, я почитала книжки, я все почитала, мы начинаем лечение тинидазолом. Вот на текущий момент у 6 кошек прекратилась диарея за 10 дней применения тинидазола, кстати, не сразу, не на первый же день, а буквально через эти 10 дней прекратилась. И они были, владелец их забрала, они были вымыты нами, владелец их забрала, там остались еще 11. Первоначально у нас был договор, ну, потому что по-другому нам было никак, что она этих 11 будет также изолировать от этих вылеченных, полеченных, скажем так, возить их частями к нам, мы их будем здесь мыть и давать им препараты внутрь, но... Пока я жду этих 11, и пока не дождалась, поэтому, к сожалению, с высочайшей вероятностью все наши труды, наверное, пропали прахом. Это такая сложная ситуация, когда у тебя их 17, и всех нужно избавить от какого-то сложно избавляемого паразита. Вот, вот такая история. Тоже верно. Ну, это нельзя заводить больше, чем ты можешь обеспечить, обиходить как-то, да, культуру. В этом смысле все хорошо, но с паразитами, да, вот, если бы вы только знали все, это мелочь на фоне того, что сколько кошек было ею перетаскано к нам в стационар. Нет, это супер, это VIP-клиент, я считаю, что это VIP. Спасибо.